Добрый вечер, дорогие друзья! Я приветствую вас! Рада нашей сегодняшней встрече! Сегодня вечер фортепианной музыки. Фортепиано – это обобщенное название клавишно-струнных музыкальных инструментов – роялей и пианино. Для фортепиано написано наибольшее количество музыкальных произведений. На фортепиано можно исполнять произведения любых форм и жанров. Даже музыканты других специальностей должны в определенной мере владеть игрой на фортепиано. То есть, видите, какой это значимый инструмент. И сегодня мы с вами слушаем музыку, будет звучать рояль и даже два рояля. Поэтому располагайтесь поудобнее и не забудьте, пожалуйста, отключить ваши мобильные телефоны. Наши сегодняшние гости – прекрасные музыканты, великолепные пианисты. Это Александр Ключко и его преподаватель Сергей Сергеевич Арцебашев. Александр – выпускник Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена. Очень интересный пианист молодого поколения. Музыкальный, виртуозный, концертирующий, лауреат международных конкурсов. Встречайте, Александр Ключко! Бетховен, сонат номер 21, «Аврора», первая часть, до мажор. Thank you.
сейчас вы услышите очень красивую мелодию. «Глюк с Гамбатти» – мелодия из оперы «Орфей» и «Эвридика». Роберт Шуман, «Токката до мажор». Thank you.
сейчас вы услышите трансцендентные этюды Ференца Листа. Трансцендентные этюды – это этюды повышенной сложности. Далеко не каждый музыкант даже берется за исполнение этих произведений. Это этюды высшего исполнительского мастерства. Сам Лист, он был не только выдающийся композитор, но он был блестящий пианист-виртуоз. Он так исполнял свои трансцендентные этюды, такой темперамент, такая виртуозность. И вот эти трансцендентные этюды – это вершина концертного стиля Листа. Итак, Ференц Лист, два трансцендентных этюда. «Блуждающие огни», «Дикая охота». Исполняет лауреат международных конкурсов Александр Ключко. Thank you.
Просто брависсимо, Александр. Александр Ключко. Спасибо большое. Такое наслаждение вас слушать. Получили огромное удовольствие. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас я хочу вам просто задать один вопрос. А как вы занимаетесь дома? Вот. Ну, занимаюсь по много часов над каждой мелкой деталью, пока не добьюсь желаемого результата. А сколько часов вы занимаетесь? Ну, по-разному. Иногда бывает и 8, и 9. 8-9 часов. Ну, то есть спите, кушаете и занимаетесь, да? Ну, в основном. Да, еще иногда учиться приходится. Ну, естественно. Скажите, а вот ваша результативность зависит от времени суток? Ну да, в какой-то степени я могу сказать, что мне легче играть вечером, потому что когда часто участвуешь в концертах, привыкаешь, как правило, наиболее как-то эмоционально и физически раскрываться к вечеру, то есть вечером и вот даже ночью. Видите, вечером и ночью, а многие музыканты как-то предпочитают утро, а у вас более продуктивное вечер и ночь. Ну, не то чтобы более продуктивный, просто я себя лучше чувствую. А, ну хорошо. Скажите, а вот есть такие произведения, которые вам очень нравятся, но вы пока не отважились за них взяться? Ну, конечно, их очень большое количество. Например, «Искусство фуги» Баха, или mm-hmm. «Вторая соната» Шопена, или «Второй концерт» Прокофьева, их очень много. Mm-hmm. Современные произведения, например, «Соната Вайна», такой малоизвестный композитор. Спасибо. Ну, я желаю вам успехов, Александр. Очень понравилось ваше выступление. Просто вот такое удовольствие получили. Искренне вас благодарим. Спасибо большое. Александр Ключко. А сейчас я с большим удовольствием приглашаю на сцену преподавателя Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена. Он заведующий фортепианным отделом,
а также солист Московской государственной академической филармонии Сергей Арцебашев. Шопен, ноктюрн, фа диез мажор. Thank you.
Шопена вообще называют поэтом, душой фортепиано. И неспроста, потому что все его творчество посвящено фортепиано. И сейчас вы услышите скерцо Фредерика Шопена. Дословно скерцо – это шутка, но у Шопена скерцо – очень серьезные произведения, такие взволнованные, драматичные. Фредерик Шопен, скерцо номер 2, си бемоль минор. Исполняет лауреат международных конкурсов Сергей Арцебашев.
Браво! А сейчас мы будем слушать русскую музыку, музыку русского композитора Сергея Рахманинова. Третий концерт. Этот концерт является вершиной творчества Сергея Рахманинова. И тот, кто знаком с музыкой Рахманинова, с его творчеством, слушая этот концерт, найдет вот эти знакомые черты рахманинского творчества. И с радостью почувствует талант композитора, вот эту свежесть и ясность. Сергей Рахманинов, концерт номер 3, первая часть, ре минор. Исполняет лауреаты международных конкурсов Александр Ключко, партию оркестра Сергей Арцебашев. Thank you.
Ох, еще цветы. Пожалуйста. Ой, спасибо огромное. Спасибо огромное. Мы получили такое удовольствие. Вы знаете, вот умеет музыка ухватить за живое и увести от бытовых проблем в исполнении таких чудесных пианистов. Скажите, пожалуйста, вот Сергей Сергеевич, как вам вот с таким талантливым учеником работать? Ой, прекрасно, но такая напряженная работа, что иногда у него остаются синяки на спине. На спине. Потому что приходится играть на спине. Но он тоже иногда по мне играет, ну, в качестве массажа, когда спина устает, то я его иногда прошу мне сделать просто массаж, как бы. Ну, мы, да, на своих учениках мы тоже играем пальчиками. Да, так да, лучше да. Ощущения, правда, они чувствуют. Конечно, конечно. Ощущения – это вообще очень важно. Скажите, пожалуйста, а вот иногда говорят, отлично играл. Вот как, что значит играть, сыграл отлично? Отлично, знаете, что просто слушатели в обморок упал. Вот так вот. И все, назад. Скажите, а вот есть идеальные пианисты? Ну, конечно, Денис Мацуев, например, я считаю. Еще китайский пианист Ланг Ланг. Ну, идеальный пианист. Понимаете, целые стадионы приходят, там 50 тысяч, 100 тысяч слушателей. Ну, не все слушают, кто-то спит, кто-то ест, кто-то лежит. Но все равно такие, такое количество. Огромное количество. Огромное количество, да. Чем больше пианист собирает зал, ну, тем он идеальнее. Спасибо. Скажите, а что в ваших планах? В наших планах победа на конкурсе Чайковского в Москве. Дорогие друзья, в июне 2019 года состоится международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Это очень престижный конкурс. Он проходит с 1958 года раз в 4 года. И входит в тройку лучших международных конкурсов. И, может быть, перед нами лауреат даже этого конкурса. Запомните это имя, Александр Ключко. Да, может быть, даже два лауреата, потому что я тоже, может, там выскочу на сцену, что-нибудь сыграю, но меня быстро уведут, ну и, может быть, я что-нибудь успею получить. Ну ладно, огромных вам успехов и побед. Спасибо. Я думаю, что наши ребята после сегодняшнего концерта вдохновились, придут домой и сразу же за инструмент. И все мы с вами, я думаю, тоже вдохновились. Я думаю, у каждого на сердце вот прибавилось, ну, хоть чуть-чуть добра и любви. Спасибо вам всем за внимание. Следующий наш концерт 18 января в 18:30. Приходите, мы вас ждем. Всего доброго. Спасибо.